Полицию Днепра пикетировали байкеры. Хотели увидеть девушку-копа. Говорят, в день города от нее пострадали 10 мотоциклистов. Что же произошло и вышла ли виновница байкерских слез на разговор, узнаем от Елены Миндалюк. Возле управления патрульной полиции Днепра полсотни мотоциклистов. Одни держат в руках плакаты, другие разогревают своих железных коней. Так байкеры начинают акцию протеста. Рассказывает, в день города устроили мотопробег. Беспрепятственно проехали два поста полиции. Но за несколько метров до финиша дорогу преградила сотрудница патрульной полиции и применила слезоточивый газ. Колонной ехали 150 байкеров. От действия патруля пострадали более 10 человек. Вижу девушку в отражающем жилете, которая в руку держит камеру. Я вам скажу честно, я даже помахал с удовольствием в эту камеру. В ответ получил струю газа. У нашего садышка затрудненное дыхание, приступ, я как бы долго кашлял. Просто как только все закончилось, сразу поехал в больницу. Мотоциклисты выяснили, обидчица старший лейтенант полиции Ольга Дегтяренко. Теперь требует для нее максимального наказания – увольнения. Она грубо нарушила 45-ю статью закона Украины о национальной полиции, а именно применение спецсредств. Было применено спецсредство, а именно газовый баллончик в массовом скоплении людей. В мотоколонне присутствовали как девушки, так и дети. Байкеры хотели, чтобы Ольга Дегтяренко вышла и лично извинилась, однако ее не дождались. Появился заместитель начальника. Наказом начальника департаменту, вона відсторонена і цим же наказом призначена службу розслідування. В управлении уточнили, служебное расследование продлится месяц, а то и два. Елена Медалюк, Евгений Кадинцов, подробности, телеканал Интер, Днепр.